Привет! Всем привет! Мы вернулись после короткого однодневного перерыва. Да, не зря мы вот 2 дня трудились. Так. Мы сегодня выиграли. Мы выиграли. С нашей презентацией. Да, мы сделали презентацию, все сделали презентацию, все команды. И в конце преподаватель сделал голосование. То есть люди голосовали за друг друга. И за нас проголосовали больше всего. Мы выиграли. Мы шли домой, и мы заметили такого вот странного водителя. Ваши документы. Не палится, не палится. Дима. Ключи ему не оставили. Передавит тебя. Уйди. Еще и на пешеходном переходе стал. Боже мой, какая невоспитанная собака. Какой хозяин, такая собака, правильно? Мы сейчас едем в Барселону, будем там покупать подарочки. Хочу подарить Франциско американцу баф. Кто не знает, это такая штука, типа шарфика. Для сноубординга или для лыжников это вообще супер штука, потому что она защищает от ветра, очень удобно и просто стильно смотрится. Я вам покажу, когда мы будем в Барселоне, что я хочу купить. Хочу купить какой-то прикольный подарок. Я правда не знаю, что ему подарить, потому что мне попался испанец. Что подарить испанцу в Барселоне? Не знаю, еще и в районе 10 евро. Я вообще, я думала о такой игре, знаете, есть в интернете. Сейчас очень модно. Такая ладошка. Вот, и там нажимаешь на кнопочку, вот русская рулетка. На ладошке сливки или торт. И если тебе не повезет, то это все тебе в лицо. Я хотела такое, но я посмотрела на Амазоне, а там эта штука стоит от 20 евро. Очень дорого. Сейчас в Спортингесе ищем баф Франциско, но, блин... Что-то здесь... безуспешно, выбор маленький совсем. Да, очень маленький. Ну, там был синий один прикольный, но я думаю, здесь сейчас будет побольше выбор. Так, вот эти бафы. Они так вот натягиваются. Вот так. Ну и они по-всякому носятся. Да, их можно на голову полностью одеть. Ну что-то тут не очень. Ну выбор такой себе. Один единственный вот этот, но он мне не очень нравится. Не знаю, на трусы похож. Star Wars. Это для любителей. Мы тут шли, и мужчина предложил Диме намазать его кремчиком. На самом деле, там просто продавали какие-то кремы. Ну и... да, да, да. Да, и мне просто предложили себя просто понюхать. Вызывающе вел, поэтому тебе предложили. Нормально я себе вел. Да, все украшено по-новогоднему, но вместо снега дождь. Угадайте, куда мы заходим? В тройку. Нам нужен... Мы сегодня собираемся приготовить оливье, я не знаю, где купить докторские колбасы. Я надеюсь, она здесь будет. Да. Там, кстати, есть украинский флаг. Белорусский, русский и украинский. Вперед! Мы нашли окорок украиняна. И московский хамон, представляете? Так, хорошо. Давай берем туда эту. Катя сломала российский магазин. Капец. В общем, колбасу купили, дверь починили. Это не я, честно. Да, она сама. Специалист пришел, сказал, что она, что дверь старенькая, поэтому все нормально. Но она до конца таки не закрылась, видите? Ты ищешь? Не знаю. Я знаю, кто знает. Он все его знает. Все продукты здесь, конечно же, дороже, чем в испанских магазинах, поэтому я пойду горох куплю в испанском, а колбасу здесь. Потому что испанцы такую не едят, у них нет. Смотрите, такого вы здесь не увидите больше нигде.
10 утра до 9 вечера без выходных в Испании. Представляешь, Катя? Это что-то вообще странное. Какой-то странный магазин, да? Вот мой подарок Арии. Я ему купила такой алкогольный набор. Не знаю, что подарить. Подари алкогольный набор. Вот. Здесь получается такая рюмочка. Подставочка. На нее ставишь рюмочку, крутишь. И на кого выпадает, тот и пьет. У нас подготовка к нашему ужину с нашими одногруппниками. Дима крошит оливье. Дима, огурчики теперь. Котлетки по-киевски жарятся. Вот уже готовая партия, вот жарится. Буду запаковывать подарочки, пока Дима крошит салатик, оливьешку. Это чизкейк. Right, а там? Половина на полу. Да, они уронили его. Вот там apple pie. И вот там даруны. Галя готовила. И Стас. Ты нет, ты не готовил. Ты готовил оливье. Я оливье делал. Теперь к столу. Это штрудель. С яблоком. Тяжкий штрудель. Да. Камила приготовила. Себастьян из Германии принес глинтвейн. What do you call it? Себастьян, how do you call it? Glühwein. Что ты кушаешь? Смотрите, что принес испанец. Тапас. Я ем нудлс. И я забыла, что это. А, это рыбка португальская. Да. А вообще у нас тут куча еды. Котлетка из Германии. Да, Доминик немец сделал сам. Из Рейла будет. Where is that Akan's food? Hey, it's yours? Yeah, that's mine. It's real. Okay. Wow. You like? Is it from restaurant? No, I made it. Wow. It's really good. Yeah, it's not. But I guess it's a little cold. Two people are having a drive-thru in the sandwich. They're supposed to add this, I don't like adding that. Francisco, how do you call it? Pupusa. Pupusa? Pork. Pupusa. Wow. Okay. What is it? Pupusa. It's like a tortilla with cheese and beans, or only cheese.
Okay, I will try it. Try it. Это жареные бананы. У меня сейчас гастрономический шок. I think somebody stole my water. I think you're drinking from mine. Он реально не сладкий. Прикол, как чипсы. What is it? This is plantain. How you call it? Platan. Plátano in Spanish. Ага, окей, это банан. Банан. It's fried bananas. Felipe. Potatoes with meat. Окей. Зайка, можешь подать мне вилку, там лежит тут? Кого? Вилку. Индийская курочка. But not spicy. A little. Okay. Очень хорошо. What is it? Bacalao abraz. Okay. It's a fish. Yeah, caught fish. Okay. And this is chocolate with cookies. Wow, it's so nice. My mom always Who could bring Hamon to this house? Of course, Adria. Of course, Adria. Adria. What is the cake? Arroz dos. Arroz dos. Yeah. Okay. Rice ingredients. Rice, milk, more water. Aha, and cinnamon. Rice yeah. And milk. Yeah. Okay. Yeah. This is the salt. This is Turkish food. Atakan made it. Hi guys. This is Turkish food which is made from the meat. Like you put inside some carrots and the potatoes inside, then you boil it in the water, and then after that you put some cheese at the like upside of the meat, and then you put it in the oven like for 10 minutes. That's all. Okay. What happened? And it's great. This is Indian food. And what is the recipe? Yeah, the recipe is so easy. It's chicken, chili. Yeah. Huh? Okay. Pick one. Now, покажи мне, покажи. Look at it. Look at it. I'm not looking. Покажи, I'm not looking. You are not looking. No, I'm not looking. No, put it here. Wherever you want. That's good. I'm not looking. I'm not looking. Okay, so. No. 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 Oh shit! Oh, wait. Forgot to put the magic on. Sorry. The card's gonna be so. I feel it. The card. Yeah, no. It's this one. Oh my gosh! It's amazing. You like it? Thank you, man. It's great. See, I guess. It's all about the illusion, you know? Man, now I believe in magic. Thank you. Thank you. I believe in magic. Yeah, thank you. Hey, man, are you getting excited? I'm really excited. Yeah. Can't wait. And again, this card, you should tell me what it is. I don't have this. Hey. Yeah. Yes. Yeah. She got it. Nice. Сейчас время для секретного Санты. Будем дарить подарочки. Hey everyone.
Okay, let's start here. Dima. Oh my god. Dania for that. Okay. You will not believe, guys, but Francisco. No! Hey man, we can go home, you know? Франциско выбрал точно такой же подарок Диме, как я выбрала Адрии. Точно такой же набор в том же магазине. У нас вообще многие скупились в одном и том же магазине. Тайгер. Потому что это самый прикольный магазин, и там очень много всяких идей для подарков. И Димке подарили еще такую штуковину. Я тоже Франциско купил. Сейчас покажу, как она работает. Я еще сама не видела. Мы уже дома. Это была такая крутая вечеринка. Мы подарили все друг другу подарочки. Это было так мило. Мы обнимались. Кстати, всем очень понравилась наша еда, которую мы принесли. Салат оливье еще остался, но его съели достаточно много. Я просто сделала целый тазик. Вот. Котлеты по-киевски вообще разлетелись очень быстро. Буквально 10 минут и их нет. Вот. И даруны, которые Галя со Стасом приготовили, тоже очень пошли на ура. Всем понравилось. И они, правда, были очень вкусные. Я попробовала. Мне тоже очень понравились. В общем, все. Мы будем отдыхать, ложиться спать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем до завтра.